Друзья, всем привет! С вами Андрюха. И это игра «Русская рыбалка 4». Вчера, значит, на стриме выловил все подарки и обещал, значит, сегодня их распаковать. Вот сегодня как раз вот записываю ролик, сейчас будем распаковывать новогодние подарочки. Друзья, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Стараюсь их пилить для вас почаще. Итак, давайте для начала посмотрим. Вот это вот все еще со старого Нового года у меня тут осталось. Так, нам же нужны вот эти вот подарочки. Итак, ну что, я думаю, начнем с синих. Потом открою зелененькие вот эти вот. Потом красные. Потом, так, у нас идет, по-моему, вот эти вот полосатые. Потом, ну, в общем, будем открывать по возможности по порядку. Этот премиум тоже еще с того года у меня. В общем, друзья, поехали. Так, первый мешок синий распаковываю. Так, Happy Hooks. Ну, тип классический, 14 размер. В принципе, так же, как и всем, выпадает с синих мешков. Так, второй распаковываем. Кукурузная каша. 50 штук, ну, пригодится куда-нибудь. Так, следующий синий. Вот классик, ну, нормально. Жалко, конечно, что не светящийся, ну, тоже пригодится. Прикольный поплавочек. Так, следующий синий мешок. Еще каши кукурузные накинули. Так, и последний получается синий обычный мешок. Древесина, вишня. Ну все, вот она. Дали мне бревно, короче, получается. Так, дальше, друзья, распаковываем зеленые мешки. Так, ну все как обычно. Упаковка напитка Monkey Cola. У меня уже, по-моему, такая есть. Ладушки. Дальше распаковываем. Очередной зеленый мешок. Еще одна такая же. Да, прикольно. Можно просто колой опиться. Так, последний зеленый. Три, друзья. Во всех трех зеленых мешках одна и та же Monkey Cola. Ну ничего, пригодится, в общем. Так, что у нас там дальше идет? Дальше у нас идут красные, друзья. Так, Метрополия, упаковка шоколада. 10 порций. Ну а чего нет? Шоколад питательный. Вещь всегда пригодится, может, кому-нибудь передарю, ну не знаю, в общем. Так, дальше что у нас? Красный, кстати, красный я забыл распаковать. Так, упаковка пива Woodman Ledger, пивка, короче, для рывка можно выпить. Так, дальше, по-моему, шли у нас вот эти полосатые. Ну давайте с красным. С красного начнем. Это, по-моему, его во время стрима, кстати. Посмотрите стрим вчерашний. Ссылку добавлю в подсказки. Вот. Вот именно вот этот мешок, по-моему, долго не мог последним выловить. Так, распаковка. Водка боярская морозная, 2 порции. Под елочку поставить, ништяк. Так, все, понял. Так, дальше идет зеленый мешок. Вот такой полосатый. Мед. Точнее, медоуха. 2 порции. Прикольная тоже тема. Правильный мед. Медоуха. Тоже пригодится. Так, ну и последний полосатый синий мешок, друзья. Вот это... Кстати, 350 метров. Нормально. Пригодится всегда. На 15 килограмм. В общем, применение найду. Так, ну, дальше, друзья, получается вот этот красный со звездочкой и фиолетовый со звездочкой. Это вот типа, где прем может выпасть, да?
Так, ну давайте, я не знаю, мне синего хочется начать. Распаковываем. Бесплатный купон «Рыба мечты». У меня уже два таких есть, пригодится всегда. Так, забираем, вот их уже три получается. Дальше у нас идет вот такой же зеленый мешок. Прем на 3 дня. Вообще здорово. Один такой есть, тут уже суммарно 6 дней получается према. Так, в садочек. В садочек, говорю, уже по привычке. Вот видите, уже 2 по 3. Один этот год и прошлогодний один. Так, ну что, с какого начнем, друзья? С какого бы точнее мне начать? Мне кажется, давайте закончим все-таки красным. Открою для начала фиолетовый. Руби Даймонд, количество 2 порции. Не знаю, это винище какое-то. Вепрес Диамант. Ну, солидненько так выглядит. Да, интересно, интересно. Так, ладно, и все, последний, друзья, мешок. Как вы думаете, что в нем будет? Сейчас увидим, что в нем. Так, распаковать. Царская. 2 порции. Вот такие вот, друзья, подарочки новогодние. Выпал прем на 3 дня. В общем, ну, все остальное, в принципе, пригодится. Если вот посмотреть, то вот смотрите, сколько манки колы добавилось. Меня тут нормально. Пригодится. Прием еще на 3 дня. В общем, как-то так. Вот такая вот, друзья, у меня получилась распаковка. Надеюсь, кому-то из вас было интересно посмотреть. Всем, друзья, удачи, всем пока. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Удачи и всех с наступающим Новым годом!